И всем привет, с вами Александр Навасов. В данном видеоролике сегодня я буду вам рассказывать, как я стер наклейки с Воя. Я не знаю, как это будет выглядеть, я не знаю, как это будет все показано, но я стер наклейки с Воя. В общем, блин, это реально было сложно, так как я играл с этим Воем и думаю, блин, что-то Воя не видно, и что-то он какой-то некрасивый стал. И, блин, я решил его стереть и оставить всего одну наклейку, хотя она тоже немного стала потертой, ну, потому что я ее потер. Да, я ее взял и потер просто. И теперь вот такая вот наклейка, у меня осталась фитч наклейка, и, блин, я стер наклейки, которые стоили очень дорого. Ну, конечно, не очень дорого, но 1200 за наклейки, это слишком, конечно. И теперь вот такой вот Вой, которым, блин, я не знаю, теперь опять без наклеек, он теперь он точно Вой, и пусть он даже без фитч, точнее, пусть он с фитчем, я не знаю, ну, просто в золотой наклейке, ну, пусть он будет, я не знаю. Ну, я потратился на нее, я потратил свой щелкунчик, который у меня был, я потратил погрузчика, я потратил еще там XM, я все это потратил ради того, чтобы наклеить для вас, показать вам то, что я наклеил наклейки для Воя, и я их стер, блин, это обидно реально. И вы не говорите то, что я просто взял их стер. Ну, они показались мне некрасивые, я их просто стер, и поэтому, ну, не обижайтесь на то, что, ну, кто-то в комментариях сейчас напишет, типа, это лучше бы мне отдал эти наклейки, там, или что, Вой отдал, этот Вой отдал. Нет, ну, просто мне не понравились эти наклейки, я оставил только фича, немного его тоже потер, ну, я не знаю зачем, правда. Ну, чтобы немного потертость скрыть, потому что скин немного поношенный. Вряд ли кто-то будет на максималках играть на сервере, например, в обычном. И, блин, ладно. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов. Всем удачи и всем пока.